Возвращаемся в прямой эфир, и на очереди третья схватка из сегодняшнего виртуального дня. И у нас вновь финал в дисциплине «Бой с тенью». На сей раз посмотрим противостояние спортсменок в возрастной категории девочки до 11 лет. Формат неизменный, 3 раунда по 30 секунд. Переходим к представлению участниц. В красном углу ринга Алина Баршева. Алина представляет город Москва, ей 10 лет. Она тренируется в спортивном клубе «Джордан 23» под руководством Ольги Шереметьевой. Ее соперница также из Москвы. Это Ева Канакина. Она в синем углу ринга. Еве 10 лет. Тренируется она в спортивном клубе «АМТ» под руководством Сергея Агафонова. Судейская комиссия в прежнем сочетании. Владимир Коваленко из Краснодарского края, Руслан Хадиев из Челябинской области и Алексей Ракитин из Подмосковья. Переходим к началу виртуального поединка, и первый раунд откроет Алина Барышева. Алина, если ты хорошо нас слышишь, с ударом гонга можешь приступать. Алина Барышева и ее первый раунд в ее исполнении. И переключаемся на синий угол, где первый раунд готова продемонстрировать Ева Канакина. Ева, с ударом гонга ты можешь начинать. Ева Канакина закончила первый раунд. Мы ждем вердикта судей. Ну, я могу сказать, что таких декораций, как у Евы, мы на нашем онлайн-чемпионате совершенно точно еще не видели. Посмотрим, кому уйдет раунд под номером один, в котором соперницы демонстрировали работу в разогревочном темпе, подготавливая нас для дальнейшего виртуального, но очень серьезного соперничества. И в первом раунде со счетом 10-9 победу одерживает Ева Канакина и вырывается вперед. Раунд под номером 2 у нас на очереди. Алина, если ты готова, то с ударом гонга ты можешь стартовать. Первый раунд в исполнении Алины, второй раунд, прошу прощения, в исполнении Алины Барышевой завершен. Мы переключаемся на синий угол, где к старту второго раунда уже готова Ева Канакина. Ева, если ты хорошо нас слышишь, с ударом гонга можно приступать.
Ева завершает раунд под номером 2. Осталось только подвести итоги второго раунда, который сейчас подведут наши уважаемые судьи в лице Владимира Коваленко, Руслана Хадиева и Алексея Ракитина. И в этом раунде со счетом 10-9 вновь побеждает Ева Канакина. Общий счет 20-18 в ее пользу. Мы переходим к раунду под номером 3, который готова начать Алина Барышева. Алина, с ударом гонга ты можешь приступать. Так, ну у нас есть небольшие технические неполадки со связью у Алины Барышевой. Сейчас, благодаря Ольге Шереметьевой, тренеру Алины, они должны быть устранены. Ну а мы, наверное, отправимся на небольшую техническую паузу или остаемся в прямом эфире. Но если остаемся в прямом эфире, то напомню, что во втором раунде оцениваются контратакующие действия и защита. Ну а в третьем раунде мы будем наблюдать, как во втором раунде оценивались контратакующие действия и защиты, а в третьем раунде, конечно же, все внимание будет на остроатакующий стиль обеих соперниц. Нужно стараться выбросить как можно большее количество ударов с максимальной скоростью, с максимальной силой. И я так понимаю, что Алина Барышева готова к началу третьего раунда. Ее тренер Ольга Шереметьева. Ольга, если вы нас слышите, то дайте нам знать, готова ли ваша спортсменка к раунду под номером 3. Вот, похоже, что ушла на время Ольга из эфира. Но бывает и такое. Все-таки первый в истории виртуальный чемпионат России по тайскому боксу. Понятно, что какие-то технические неполадки тут, к сожалению, неизбежны. Тем более, что интернет в России пока у всех разный. Большая страна, и даже в Москве неполадки с интернетом случаются. Но и тут надо отметить, что у нас пилотный проект Международной Федерации Тайского Бокса, и что особенно почетно, право этот пилотный проект представить заслужила Федерация Тайского Бокса Муай-Тай России. Именно на нашей стране, на нашей федерации тестируется виртуальный чемпионат, и если этот чемпионат пройдет успешно, а он даже несмотря на неполадки у Алины Барышевой, я думаю, сейчас проходит достаточно успешно, то, скорее всего, в дальнейшем мы увидим и другие виртуальные континентальные первенства. Ну, а под конец года, вполне возможно, мы с вами встретимся и на первом виртуальном чемпионате мира по тайскому боксу. Вот так вот коронавирус диктует новые условия, и сейчас как-то нужно искать бойцам возможность выступать, не сидеть без дела. Я считаю, что ИФМ придумала весьма интересный проект, поэтому мы с вами можем смотреть, как тайбоксеры из России работают в режиме онлайн. Да, конечно, у кого-то это вызывает улыбку, но, с другой стороны, это тоже непросто. И мы видим, что и вчера, например, на соревновании по дисциплине Муай-Тай Фит из последних сил выкладывались даже опытные ребята, которые имеют регалии чемпионов России, призеров России. Видели мы, как у них сводило руки и ноги. Конечно, это все очень и очень тяжело и тоже заслуживает уважения. Ну а что касается виртуального чемпионата мира, о котором действительно сейчас всерьез говорят, то, конечно, было бы очень классно поучаствовать в нем. Я думаю, что компания R-Sport сможет провести и мировое виртуальное первенство на высшем уровне. Ну все, наконец-то можно переключиться на третий раунд. Третий раунд в исполнении Алины Барышевой. Я уже немножко заболтался. Алина, если ты готова, если у тебя нет никаких проблем с интернетом, то с ударом гонга ты можешь приступать к раунду под номером 3.
Алина Барышева завершает третий раунд. Мы переключаемся на Еву Канакину, которая готова начать свой раунд под номером 3. Ева, с ударом гонга ты можешь приступать. Ева заканчивает третий раунд, и впереди у нас итоговые оценки судей, после чего мы узнаем, кто же стал чемпионом, победителем виртуального чемпионата России по тайскому боксу. Напомню, что наблюдали мы с вами столичное дерби в исполнении Алины Барышевой и Евы Канакиной. Кто-то из них сегодня станет чемпионом России, ну а кто-то получит виртуальное серебро. Готов я объявить результат этого боя. Со счетом 30-27 одерживает победу и становится первой в истории чемпионкой России по виртуальному тайскому боксу Ева Канакина, с чем мы ее все и поздравляем. Ну и благодарим за выступление Алину Барышеву. Алина, сегодня чуть-чуть не повезло с некачественным интернетом, но серебро это тоже очень круто. Алина, ты молодец, и мы поздравляем тебя и твоего тренера с этим достижением. И уходим на короткую паузу.